Единственный в Рязани акванариум приглашает гостей на незабываемую экскурсию по подводному миру. Здесь можно увидеть экзотических рыб со всего земного шара, дизайнерские аквариумы, похожие на живые картины. Здесь собрана самая крупная коллекция аквариумных рыб, водных растений, кораллов и беспозвоночных животных со всего мира. У нас есть такие рыбы, эндемики с острова Мадагаскар, Паретроплис минорамба. Они долгое время были в Красной книге Мадагаскара. Сейчас их, скорее всего, просто в природе не осталось. Они только в коллекциях аквариумистов есть. И еще есть очень редкие вот из пресноводных рыб Плархус пситакус. Это природный зеленый попугай, еще их называют. Тоже у нас вот очень большая стая этих рыб. И это первое разведение в России от рыб дикарей. То есть это вот в этом аквариуме. 40 тысяч литров воды и 3 тысячи обитателей. Скаты, крылатки, мурены, морские ежи и другие обитатели глубин. Рыбы-хищники, рыбы-аристократы, рыбы-клоуны, рыбы-хирурги, рыбы из Амазонки и Африканских озер. Разные виды пресноводных скатов, в том числе и самый редкий, жемчужный. Все это в залах акванариума. Здесь же можно познакомиться и с золотыми рыбками, рыбы-попугаем и даже кровожадными пираньями. Командой акванариума разработана целая программа экскурсий. Помимо общеобразовательной экскурсии, такой вот общее знакомство с аквариумом, есть еще различные экскурсии тематические по предметам. То есть чисто географическая экскурсия, 4 биологических экскурсии и одна экскурсия, она называется «Легенда о рыбах». Это вот интересно будет педагогам по литературе и русскому языку, ну и культурологам. То есть это если студентам там любых вузов, очень много информации, именно легенд, как рыбы были открыты, как рыбы попали в аквариум и вообще человечество узнало о конкретных рыбах. Есть очень много интересных и захватывающих легенд. В аквариуме проводят тематические дни рождения для детей. Программа позволит познавательно, весело, красиво и необычно отпраздновать день рождения, сделать красивые фото, познакомиться с экспозицией акванариума и повеселиться от души. Программа мероприятия включает экскурсию, викторину о водных обитателях с призами, а уже затем праздничное чаепитие. Здесь незабываемая атмосфера. Несомненно, как дети, так и взрослые получат новые впечатления. В акванариуме можно прекрасно провести время с семьей и друзьями. Также в акванариуме стартует школа аквариумистики для детей. Это занятие для детей как по аквариумистике, с самых азов, и рассчитано на 7 лет. То есть те дети, кто предрасположены к естественным наукам, им будет интересно посещать школу аквариумистики. Занятия будут проводиться один раз в неделю. Также периодически будут у нас проводиться курсы по аквариумистике для взрослых. Там рассчитано на 4 ступени. То есть в течение месяца каждая ступень. На выходе, соответственно, взрослые люди получают знания в первую очередь, ну и дипломчик, то, что они прошли вот такой-то курс, потому как они его не получат, если они не сдадут зачет. Акванариум – это выставка дизайнерских аквариумов больших размеров, включающих в себя различные стили оформления аквариумов и большое разнообразие гидробионтов. Здесь же могут помочь с установкой аквариумов под ключ, например, в квартиру, офис или крупное предприятие с дальнейшим обслуживанием. Надо отметить, что в акванариуме действует система льгот. Дети до 4 лет посещают акванариум бесплатно. Ветераны различных Великой Отечественной войны и ветераны локальных войн тоже посещают бесплатно. Действуют льготы для пенсионеров, для студентов и 50% на детский и на взрослый билет для многодетных, инвалидов и сирот. А еще в акванариуме можно увидеть, как кормят рыб. На такое публичное кормление также можно записаться. Посетители могут рассмотреть все детали этого захватывающего процесса. Акванариум – это всесезонное развлечение. Сюда приходят и взрослые, и дети, чтобы познакомиться с подводным миром, увидеть своими глазами диковинных рыб в их естественной среде обитания. Нравится, полезно, конечно, ребенку увидеть хоть что-то интересное. Здесь много очень рыбок интересных. Здорово здесь еще, можно сказать. Хотели бы прийти сюда еще? Конечно. Разноцветные стаи рыб, удивительные кораллы и необычные морские обитатели никого не оставят равнодушными. Акванариум находится в центре города по адресу улица Полевая, дом 42/16. Записаться на экскурсию можно по телефонам 27 27 11 и 27 27 44 или на сайте aquanarium.rf.